Проезд в общественном транспорте может подорожать. Предприятие «Электротранспорт», парк которого составляют большие автобусы, нефазы и трамваи, направило Республиканский госкомитет по тарифам запрос на повышение стоимости проезда до 23 рублей. Поднять цены на билеты планируют и частные перевозчики. И те, и другие аргументируют свои действия подорожанием топлива. Напомню, последнее повышение стоимости проезда произошло в феврале этого года. С 15 рублей в трамваях и 17 в автобусах до единых 20 рублей.